Алло. Здравствуй, это я, Давид. Вчера разговаривал я с тобой. Ну как? Встретимся на втором месте. Пожалуйста. Жарко сейчас? Ну ты во сколько сможешь, чтобы... Ну давай встретимся просто, поговорим. Я свой скажу, ты свой скажешь, братан. И уладим дело так. Мы же не вампиры, да, люди мы тоже. Хорошо, я тебя жду. Так, мужики, встретимся, поговорим и слово. Хорошо? Давай. Вот это? Да. Ну да, ты с нами, держи, это пакеты на пацанов. Там машина что-то. Архан! Хорошо, давай. А скоро кто будет? Все, давай, поехали. Вообще мне не надо! Там еще обратно. Давид, давай. Не нервничай, все нормально. Жека, нормально ты наступишь, все, да? Дышишь? Проблем два. Как ему надо руки снять? Ты куришь? Так надо бросать, это вредная привычка. Лучше бегать по утрам. Хорошо, тогда едете сзади колонны, не высовывайтесь там. Будете снимать с блокпоста. Набирай, Русь. Алло, Русь, где мы? Мы вас ждем на трассе. Сейчас будет пару минут. А вон они идут. Снимай пакет, можешь покурить. Дай ему стакет. Не бойся. Боишься? А? Боишься? А что боишься? Кого боишься? Их? Ну скажешь, что начали гасить ваши из миномета, блядь. Не, ну то есть правду говорить, что такого? Да, ну, да кроме тебя здесь 19 человек. Да, ты же не один, что пошел там. Один? Ты хочешь здесь сказать, что я тебя отпускаю? Хочешь? Алло! Мы вашего брата отпускаем сейчас. Привет, а знаешь, меня отпускают. Возле горла, киномайора. Ну просто знаешь, там живые, но, блин, мертвых похоронить. Я бы, знаешь, они лежат в поле, но их там собаки начинают травать. Ну это жопа, это родственники с ума сходят. Ну по-человечески, знаешь, ну там ладно, там у них свои убеждения, они там воюют за Путина, за Россию, хер с ними там. Но мы воюем за нормальный мир, цивилизованный. Но погибших надо похоронить по-человечески, значит, больше. Шевдивар, трай, что ты все. Монца Гавелам, спечу, пита и матанем, как Шевдивар, да, мы цал, мы снег, мы едем на Шевдивар, давай. Давай, ты. Все, я приехал уже. Давай, выдвинись, а ты тоже, я тоже здесь уладжу взяла сейчас. Так, что, скоро тогда, да? Могу вам. Пошли, скоро, приезжаешь. Набери этого из БУ, да, пусть мы разговариваем. Где ребята стоят, снайперов? Может, блядь, что-то намекнуть за наших тысяч. Мы все обсудим, мы все в курсе, там все обсудим. Да. Уже не знаю, мы уже проговорили, уже сейчас, да.
все нормально. Уже, ну, все нормально. Да, все, да. Понял, сейчас секунду. Вижу тебя, вижу пацанника. Все, я двигаюсь. Давай. Все, поехали. Женя, выходи. Бабана нет, самого нет, нет, пан. Есть Кэмел, есть Араб. Блядь. Позывной писатель у меня. Так, что, грузим? Да. Стоп! Хорошо. Давай, да. Не положим. Не, не положим. Мы его не положим, они замерзли. Да, давай так. Они мерзли, их надо в морг, чтобы они оттаяли. Так, поднимай. Давай. Да, держи. Так, опускай, пацаны, тихо. Не, слазь, слазь, слазь. Сюда, сюда, сюда. Давай, давай. Давай, 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 быстрее, ребята, давайте, блядь. Да убери крышку уже. Вот так боком, давай. Давай. Давай, давай. Короче, возле Бэйка, возле Урала они были. Первый поворот, смотри, из Дебальцева, как заходишь, да? Первый поворот, первый поворот, силу, как. А за это я дурачей, я тебя жду. Хорошо? Спасибо. Давай. А за наших людей, как я последний, давай, я с оружием, давай. Давай, давай, закройся, потом. Я человек, это медика ваших на гвардии, видите? Друже, это самое, дай телефон, пожалуйста, у нас еще будет пара обмена здесь. Давай. Давай. Подожди, снайперов надо. А, снайперов. И 5 врачей дают сегодня вечером. По машинам, парни, фонарь. Комбата пускай, поменяли. Араби кемали, гамою, пане, шем кудрен. Катура, тевти, эрзе. Занимать упрос, гавела параке. Та хвалев, киде мацлевен, кутка, цра. Таку пуле, просто мне утхари. Джер вермок чем, цо цхалста. Эхна сами, сами. Да он не еще вебит утхари. Или завтра утром, еще я чела вездаю. Живые. Мы про, как бы типа там, ну вот там еще мы слышали, что с гвардии, давайте заберем. Вот таким образом строился разговор, понял? Нормально договорились, значит, сказали, передали фамилии, все, да, все передали, значит, это самое. И он до вечера там выезжает. Да, вот этот зэк, этот, это какой-то непростой хрен, поэтому да, мы его отдавать не будем пока. А, ну и третий, это непонятно кто еще, да? Эти уже погибшие. А, значит, турка, вот это вот живой, по-любому у них. Он раненый в ногу. Вот это партизан. Слышь, так что получается, Кэмэл и Араб, наверное, уже отходили с боем, пытались прорваться, наверное, да? Они уже в бою не погибли, получается. Пытались вырваться. Ладно.